Дорогая Бортландия, поздравляю вас с фестивалем, с очередным, пускай и в таком самоизоляционном режиме. Меня зовут Дмитрий Курилов из Москвы, и я спою вам одну из самых оптимистических своих песен. Я тряпка половая, ползу едва живая, по полу от паркетинки к паркетинке. Я сделана из хлопка, но так нерасторопно. А может, дело все в плохом маркетинге. А раньше я бывала в роскошном покрывала, почти что каждый вечер с новым пленником. Теперь меня шпыняют и ноги вытирают, спать кладут с каким-то драным веником. И снится мне ночами, что я легка, как тюль, как паруса в предчувствии мистраля. Но утром мнет мой профиль и гасит мой июль жестокая домохозяйка Галя. Кому-то это надо, прячась до упада, по всем углам стираем пыль презренную. На пару с этой Галей уют мы воссоздали, и блеск, и чистота на всю вселенную. А вечером приходит подвыпивший супруг с одной и той же жуткой «Гутен Морген». Усталая хозяйка с тоской глядит вокруг, берет меня и бьет ему по морде. И я, касаясь страстно поверхности лица, гляжу в глаза причудливо косые. А вот так вот любят бабы супруга стервеца, проклятый половой вопрос России.